Добрый вечер. Сегодня я получила очередную посылочку от сайта Мыло Опт, которым я являюсь регулярным заказчиком. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что, как и что у нас упаковано. Я давно занялась мыловарением. Ну, как давно? Полгода. Мне очень нравится это хобби, и на сайте Мыло Опт у меня уже есть определенная скидка, которая мне очень даже помогает устанавливать лояльные цены. Итак, смотрим. Значит, здесь у нас вот такая вот, как бы, амортизатор такой, чтобы не повредилась посылочка. Дальше смотрим. Здесь у нас есть накладная. И что мы видим? Значит, бумага водорастворимая. Я заказала несколько листов, научилась на ней наконец-то печатать. Вот, приспособилась. Вот мои листы бумаги. Мыльная основа с маслом шин. Вот, беру такую английскую основу. Ну, первый раз, вернее, эту беру с маслом ши. Вот, хочу попробовать. Слышала хорошие рекомендации. Дальше, силиконовая форма орхидея. Все упаковано замечательно. Форма выглядит просто отлично. И даже есть инструкция по применению силиконовой формы. Думаю, орхидея у меня получится замечательно. Форма 2D, похоже. Ну, будет красивый, отличный цветочек для наборчиков. Так, и сезарь нефритовая. Вот так вот она упакована. Хочу использовать для мыльных букетов, а также для наполнения подарочных коробочек. Все соответствует накладной. Все прекрасно упаковано. Все дошло в целости и сохранности. Спасибо за внимание.